Мы должны доложить капитану Акерану. Ликвидировать утечки Прометия, живо! Начинать. Перед следующим полетом потребуется... О чем это говорил Люс? Неважно. Я так не думаю. Думай, как хочешь, брат. Мы лишь хотим помочь. Помочь? Ты едва не сорвал нам миссию, а теперь говоришь о помощи? Еретики Астартес. Они замечены во всех городах Улиха Варакса. Все наши отряды уже заняты тиранидами. Мы были не готовы. Адептус Механикус сказали, Аврора готова. И оружие тоже. Сэр. Да, я понимаю, Тит. Только выбора нет. Мы можем хотя бы предупредить Калгара. Невозможно. Астропатический узел на Авараксе сейчас в полном окружении. Все попытки пробиться через орды тиранидов провалились. Можем сообщить по Воксу. Вокруг узла связи мертвая зона. Что-то блокирует наши сигналы. Нам надо туда попасть. Ты думаешь, я не пытался? Но тираниды уже перешли в контратаку. Мы отступаем в крепость. Дадим последний бой там. Покажи поле боя. Увеличить С3. Где же ты? Вот он, тиран Улья. Разведка не сообщала. Он там. Убьем его и разрушим синаптическую связь. Разбегутся, как крысы. Тиран Улья — достойный враг. А если нет? Если ошибка? Я не могу слать людей в бой наугад. Нужно два отряда. Два отряда? Надо убить тирана Улья, найти источник помех и доставить сообщение на узел связи. Шестеро. Больше дать не могу. Не подведи. Сэр. Император защищает. Лейтенант Тит. На связи. Что у тебя на командной палубе? Принято. Тираниды удвоили число элитных бойцов. Пусть стартовые экипажи готовят десантные капсулы с тяжелым оружием. Пуск будет прекрасным. Есть это так. Если капеллан вызывает тебя по поводу моего неповиновения... Я готов полностью признать вину. Об этом я не докладывал. Еще не решил, нужно ли официальное взыскание. Архивраг притаился в тенях города Улья. Ерика застал врасплох Рубрикан. Наш брат сразил врага, но потерял левую руку. Меня переполняет гнев от одной лишь мысли об этой мерзости. И меня, брат. Еретики бросили против нас ожившие доспехи. Тит, капитан поручил тебе очень важную миссию. Если ты достигнешь узла связи, твое сообщение лорду Калгару может изменить ход этой войны. Тщательно подбирай слова. Есть сомнения в моих помыслах? Я буду судить по твоим поступкам. Думаю, не стоит напоминать тебе о последствиях, с которыми ты столкнулся прежде. Если ты не готов принять волю примарха, эта служба не для тебя. Похоже.
Похоже, на этом корабле не только меня беспокоят твои намерения. Следить за чистотой Ордена — работа Капеллана, не твоя. Выше своей. Однажды он закрыл. Все видели твое самовольное поведение. Теперь выходит, что это не впервые. Я лишь исполняю свой долг. Спасаю систему от гибели. Так же было и тогда. Изучали вашу недавнюю диагностику. Галео, это вмешательство не оправдано. Верно. Были запросы, на которые я обязан отвечать. Я лишь ищу ответы. То, что вы выжили, удивительная загадка, которую нужно разгадать. Неуемное любопытство ведет к разрушению. В этом вы не правы. Разрушение уже вокруг нас. Но скоро я отправлюсь в лабораторию Авроры на Демериуме, и там я спасу человечество от него навсегда. Вот увидите. Лейтенант, отряд готов. Ждем приказа, лейтенант. Узел астропатической связи на Авараксе под атакой врага. Если он падет, мы лишимся надежды на подкрепление. Проведем трехфазную операцию. Ликвидируем командование врага, восстановим ВОКС и отобьем узел связи. Мы не подведем. Ни одна из команд не имеет права оступиться. Готовьтесь к вылету. Детали миссии я расскажу по пути на поверхность. Лейтенант, это мы должны сражаться с тираном. Таласа справится с ним. Их всего трое. Мы должны быть с ними, а не играть в посыльных. Это сообщение нужно доставить. И что это за сообщение? Говори прямо, брат. Я заглянул в архивы. Ты был капитаном второй роты. А потом ты пропал. Больше 100 лет назад. Я служил в карауле смерти.
остались бы записи. Не о черном щите. О черном щите? Ты стер символы ордена. Я бы за них жизнь отдал. Тогда почему? Меня обвинили. Это было наказание. В чем тебя обвинили? В ересе. Скоро садимся. Вперед! Группа Дельта, проверка связи. Это Веридиан. Пока еще летим. Я что, похож на комиссара? Таласа на месте. Скоро тиран падет. Принято. Движемся к цели. Докладывайте по Воксу. Конец связи. До узла астропатической связи больше 6 километров. Ожидайте крупные силы тиранидов. А солдаты архиврага? Единичные сообщения. Бойцы! Но не здесь. Разве мы боимся злобных ксеносов, что явились по нашей душе? Нет! Еще бы! Ведь мы 8-й Кадианский! Самые грозные, свирепые и безжалостные мужчины и женщины, что когда-либо странствовали меж звезд! Ура! Кадия! Наш дом разрушено и разгромлено! Но разве мы опустили руки? Нет, сэр! Нет! Ибо мы возмездие, что падет на головы любого чужака, угрожающего священной земле Империума! Ура! И мы отдадим жизнь за нашего святого Императора! Да, сэр! Мы готовы отдать жизнь во имя всего доброго и праведного, во имя нашего святого Императора! Да, сэр! Так поднимите же выше знамя Кади! Пусть все враги видят, от чьей руки они примут смерть! Ура! Трусы! Вы запятнали честь Кадианской гвардии! Вы опозорили себя, покинув своих братьев! Вашим наказанием будет бесславная смерть! Отряд! Готовься! Целься! Вдохнуть, собраться, доложить. Благословенный император, велика моя вина. Молю, прости мою трусость. Если мы снова столкнемся с хаоситами. Не нужно обо мне беспокоиться, лейтенант. Еще раз такое повторится, будешь отвечать перед магистром караула. Я понимаю. Почему ты не сказал о своем взыскании раньше? Это вас не касалось. А что изменилось? Твои подозрения и интриги меня вынудили. Открыть ворота! Их заклинило, милорд, еще во время прошлой атаки! Отойдите! Закройте за нами ворота накрепко! Есть, милорд! Закрыть ворота!
Узел связи впереди! Споры! Бою! Поднимайся, брат! Нашим врагам так не повезет. Я у тебя в долгу. Обвалился из-за спор. Дальше не пройти. Я нашел альтернативный маршрут. Продолжай. Передаю на ваши успехи. Надо расчистить завал. Заряжаю оружие. Путь свободен. Замотаю! Проклятый спор! Кадианцы быстро с ними разберутся. Точно! Нашим братьям там внизу приходится нелегко. Это мы устроили адскому Ксенусу подобающие похороны. Он еще жив. Командир, в чем дело? Из связи с разумом Улья Рой тут же бы рассеялся. Но они до сих пор целенаправленно атакуют узел связи. Доклады подтверждают предположение лейтенанта. Рой противника все еще действует согласованно. А значит, зверь уцелел. Мы клянемся! Чудовищное отродье не переживет этот день!
еще один готов. Смена магазина. Уничтожьте их, братья. Восполняю запас. Надо перезарядиться. Они ничего не учатся. Собираю припасы. Заряжаю. Особый прием готов. Дверь не отвечает. Здесь есть другой маршрут? Да, но это значительно нас задержит. Значит, надо восстановить подачу питания. Запись. Перечень улик. В ящиках, найденных в секторе 55-го Верхнего Улья, содержится 12 томов, предположительно еретического толка. Также изъято 14 лаз ружей системы Контраэля и 8 лаз пистолетов различных моделей. Серийные номера спилены, оружие покрыто еретическими символами. Прилагаю пикты находок. В соответствии с протоколами вторжения улики будут уничтожены. Все следы культа указывают, что он обосновался в Улье уже давно. Мне становится жутко от одной мысли, что он мог просочиться на верхний уровень. Открываем дверь! Все эти чиновники, бюрократы и политиканы настолько погрязли в интригах, что позволили росткам ереси взойти прямо у себя под носом. Заряжаю! Что ж, скоро их всех охватит пламя возмездия. Кара Императора неизбежна. Конец записи. Новые припасы! Входит в их броню, как нож в масло. Еретики пытаются нас остановить. Или старательно делают вид. Не понимаю. Предательские легионы ступили на путь лжи 10 тысяч лет назад. В этом они мастера. Они явно хотят остановить Аврору. Не знаю. Я уверен, что тут все не так просто. Их мотивы не имеют значения.
Я все равно их убью. Запас. Ересь и скверна. Похоже, тираниды тоже в ярости. Если они друг друга перебьют, тем лучше. Зарезаю! Терминатор! Нам стоит вернуться к основным силам. Тит несокрушимому. Запрашиваю бункер удар молота по моим координатам. Будем прыгать? Запрос принят. Ожидайте. Вот наш вход. Далековато. Дамок Алталасе. Ответьте. Если Таласа не сумеет одолеть тирана Улья... Тогда наша прогулка была впустую. Наше место с основными силами. Зачем корпеть в безвестности, когда можно снискать славу, а, сержант? Наши братья гибнут, пока мы крадемся в тенях. Если не отправим сообщение, будет бойня. Лейтенант сам сказал. Здесь всюду обман. Если тебе есть что сказать, сержант. Сержант.
иначе. Лишь здраво. Тоже можно сказать и о тебе, брат. Проклятье, ты ультрамарин. Так и веди себя соответственно. Есть, сэр. Сражались, партнерцы. Теперь займите оборону у этой бреши. Занять позицию бреши! Вы слышите? Как и предполагал капитан, сигнал заглушили. Таласа, доклад! Презренный ксенос! Таласа, связь прерывается. Повторите. Таласа! Марина. У нас было три цели, и ни одна пока не достигла. Пути назад нет. Это я возьму. Прыжковый ранец активирован. Вперед!
войска! Меняю магазин! Пойдем пешком. Враги прорвали линию обороны. Томаса проиграла. Лейтенант, какие будут приказы? Примем бой. Наконец-то! За Ультрамар! Давай, Томаса. Самоостанавливающие сюда. Yeah!
так-то лучше. Перезаряжаюсь. Восполняю запас. Своими подчиненными по синаптической связи. Смятение в рядах врагов означает лишь одно. Тиран Улья наконец пал. Вызывает Веридиан. Дамокл, если вы это слышите, мы справились. Замечательно, брат. Есть новости от Таласы. Таласа Дамоклу. Чужак больше никого не потревожит. Лейтенант Тит, узлу связи. Зона зачищена. Открыть ворота. Идем. Хорошо сражались, братья. Капитан обязательно об этом узнает. Мне похвала не нужна. Ха, да неужели? Довольно! Лейтенант, по завершении этого задания я буду просить о переводе в другой отряд. Я передам твой запрос капитану. Нетерпеливые погибают первыми. Камеры 2, 9, 18, поведение 6, свободны. Флоты Улья отбрасывают психическую тень, которая терзает разумы псайкеров. Мешает мирам на пути ксеносов позвать на помощь. Надеюсь, еще не слишком поздно. Несем тяжелые потери. Если не пришлют припасы, будут большие проблемы. У меня сообщение для Калгара. Я не могу вам помочь. Это срочно. Тиранитская тень в Варпе заволокла систему. А теперь еще и демонические силы угрожают любому, кто осмелится открыть свой разум. Ты уклоняешься от долга? Вам следует знать... Покажи мне сообщение.
получила. Начнем же. Миледи, я возражаю. Это слишком опасно. Тихо. Я не могу дать гарантий. В чем она? Я не знаю. Ты хочешь заманить Калгара сюда, чтобы убить его? Еретик! Ты предашь нас, как ты предал их на грани! Ложь! Арестуйте его! Он хочет ее убить! Лейтенант! Гадриэль! Я не еретик! Он хочет присвоить источник! Остановите его! Убей еретика! Убей! Хватит! Убей его! Ты сделал? Ваш танец прекрасен. Долго он не продлится. Выиграй в эту игру, подольше. Сила бескрайнего измерения непостижима. И ты это знаешь, Тит. Сама ее суть была в твоих руках. Она знает каждому из нас. Протягивает божественную плань. Император обманул нас всех. В своей алчности нет у нас вкуса то, что наше повреждение. Загляни в пустоту хоть на мгновение. Ты увидишь закрытое в ней бесконечное чудо. Ты не победишь, демон!
Припасы кончились. Заряжаю. Вылезь искры во мраке вселенной. Весь ваш империум — крошечное пятно на ткани бытия. Let's go.
рассказов силе, что даровал мне Тинч, великий изменяющий пути. Снаряжение наготове. Не знаю. Лейтенант Тит, ответь! Слушаю. Силы хаоса вторглись в систему. Они пришли за Авророй. Мы немедленно выдвигаемся на Темериум. Как ты понял? Я рос на Калте, когда напали несущие слово. Метка хаоса мне знакома. Возвращаемся на боевую баржу. Я понимаю твои действия, но на этом твоим подозрениям конец. Все ясно? Да, сэр.